Все. Это был самый... Выключай. Такой, это самый новый год, который был вообще несуразный из несуразных. Особенно стол. Короче говоря, Люська жила с Жориком. Помнишь этого дядю Жору? Плохо. Ну, такой худой, такой... Ну, помню, ну, плохо. Ну, алкаш тоже. Ну, жил с ней вместе в кладовке у них там. Ну, и, короче говоря, она его, когда надо, кидала, шла с другим. Когда надо, в любую компанию уходила. Он у нее просто был и был. Жорик и Жорик. И, в общем, короче говоря, наступает Новый год уже где-то часов, ну, 7 вечера, 8 вечера. И мама говорит, вот сегодня Новый год. А денег нет и жрать нечего. И мама говорит, ну что будем делать? Я говорю, я откуда знаю? Она говорит, ну давай я сделаю винегрет, и мы вечером просто этот винегрет поедим с чаем. Никто не пришел, никто не пригласил. Ну ладно, делай. И она сделала тарелку винегрета, вот прям хорошую большую чашку винегрета на ужин. Вот, ну сделала и сделала. Теперь наступает 10 часов, приходит Люська, приходит Люська. Ой, Галя, а я тут подумала. Люська со своими девчонками, с Лоркой и с Илгой. И говорит, ой, Галя, я тут подумала, Новый год на носу. А что я сидеть буду в своей кладовке? А почему мне к тебе не прийти? Ну, веселее же, если все вместе. Моя мама говорит, ну, конечно, веселей. И она, а что у тебя на столе? А на столе вот ничего нет, только чашка с винегретом. Мама говорит, вот все, что есть. А Люська говорит, ну, ничего, сейчас девчонки что-нибудь купят. И как помню, она дает 2,20, ну или 3 рубля дает теми деньгами старыми. И говорит, Лариска и я, она говорит, девчонки, сходите там на Ленинскую, купите что-нибудь к столу. И ни в чем себе не отказывается. И ни в чем себе не отказывается, да. И я помню, мы с Лариской пошли и стояли долго и выбирали, что купить. Сельдь Иваси одну или торт-сказка такой. Помнишь, был торт-сказка? За рубль 80. Да, за рубль такой длинный. И там его можно было на тоненькие такие ломтики порезать. Мы гадали. Сельдь Иваси? Нет, соленая. У нас винегрет. Давай торт-сказка с чаем попьем. Ну, давай. В общем, мы покупаем торт-сказку. Вот, смотри, уже два блюда на столе. То есть винегрет и торт-сказка. Новый год, блин. Зато были все стройные. Да. Причем вина было вдоволь почему-то. Вино они закупили. Видать, заранее закупили, да. Или Люська притащила. Ну и, короче говоря, мы приходим, приносим этот торт сказка. Ну, все довольны. Бабам винегрет с вином, девкам торт сказка с этим, с чаем. Не проходит еще какое-то короткое время, в калитку долбается кто-то. А мы ворота закрывали после 9. Пошли, вышли, открыли. Жорк стоит, Люськин мужик. И этот Жорка, значит, принес вот такую сушеную рыбу. Ну, вот такая плоская и сушеная, но вот такая длинная. И мы, о, рыба сушеная. Короче, винегрет, торт-сказка, сушеная рыба. То есть стол украшен. Каждый принес кто что мог. Мы эту рыбу покрошили. Я помню, она такая соленая, сушеная, противная. Ну, как погрызли, короче. Погрызли, винегрет пожрали. Эти упились, и что-то между ними там, между Люськой и Жоркой, короче, какой-то скандал возник, а Жорка задиристый, как петушек, и это, и он на Лариску стал тянуть, а Лариска футболистка, у него такие ляжки, она же сильная была, спортивная, а она только один раз так сфутболит, человек летит в стенку. Я представила. Да, да, и что-то этот Жорка что-то выпендрючнулся, показать хотел себя. А его взяли и врагульку скрутили, и, короче, и выкинули за ворота, и двери закрыли, и снова дальше продолжаем сидеть. Одни бабы, да? Вот я не помню, кто еще был. Я помню, Илга была, я была, Лорка была, мама была, Люська была, 5 человек. Ну, папа, мне кажется, что ты тоже была. Ну, сейчас говорим уж, я вспомню, пока не вспоминаю. Мне кажется, что ты тоже была. Ну, короче говоря... Да, ты была тоже, потому что, слушайте, именно в этот Новый год, что было дальше. Давай. И, короче говоря, теперь слышим этот стучится бум-бум-бум-бум. Жорик. Жорик.
То есть, как говорится, Жорика, Жорик, иди домой. Иди, Жорик, домой, я приду потом. Он, не пойду, пустите. Она, не пустим мы тебя, ты хулиганишь. Хотя его побили и выгнали. И он, этот бедный, потом как закричит, отдайте мою рыбу! Я не уйду, пока мою рыбу не отдадите. А то, что ее уже сожрали, он забыл. Он помнит, что он пришел с рыбой. Ну, мы думаем, да пошел ты вон, да? А он стучит, он продолжает, опять стучит. И опять кричит, отдайте мою рыбу. И вот тут мы с Лариской собрали все эти косточки рыбьи в газету. Так сложили, погрызали, там шелуха. Этот скелет, вот этот костяк. И все, что погрызано, погрызано. Но все равно много же отходов от этой рыбы. Так ее завернули, придали ей силуэт рыбы. И вот так мы через забор кинули. Забирай свою рыбу. Она, ну, упала, но она не рассыпалась. Она в пакет. Он говорит, вот с этого и надо было начинать. Поднял рыбу и ушел. Пошел догрызывать. Вот это был Новый год, вообще финиш. И все, что ли? Не, не все. И теперь, значит, это все было где-то половинцем. Такой Новый год на всю жизнь запомнился, да? И теперь, значит, говоря, опять пришли, к Илге пришли сюда, к нам, к моим воротам стучаться. Илга выходит, не Илга, Лариска выходит. И стоит парень. Она же училась какое-то время на математическом факультете, а этот парень с архитектурного, и, ну, такой высокий, симпатичный, но узбек. И он говорит, Лариса, поехали с нами, это, короче говоря, праздновать. А Лариска говорит мне, поехали, Люда, с нами. А я говорю, нет, я вспомнила, потому что именно на этот Новый год я ждала, чтобы Ксименко ко мне в гости придет. Мы его еще ждали. Представляешь, какая блатная компания? Вот такая чашка винегреда, обглоданная рыба, сожратый наполовину торт сказка. И ждала жениха, Володю. Я говорю, не-не, я жду Володю. А мне Лариска говорит, пойдем. Мы долго не будем, мы до 12 вернемся. А он обещал, а Максименко мне обещал. Он говорит, я там спраздную с кем-то в 12. И сразу к себе. Полпервого в час я уже у тебя буду. Я говорю, ладно. И получилось так, что она меня уговорила. Она говорит, мы только съездим, посмотрим, что за компания туда-сюда. Я говорю, ну ладно, ж дурная. Вместо того лишь жди жениха, раз он тебе твой жених. А я говорю, ну ладно. И, короче говоря, оставляем Илгу, маму мою и Люську. И я с Лариской уезжаем на машине на Волге. С этим парнем. Куда хуй знает меня повезут? Только на Лариску надежда, что меня там не порвут, как тузик грелку. Но мы приезжаем в такой солидный дом. Узбеки жили. Там такая мама вышла. Ну, в те годы ей было, может, лет 55 женщин. Холёная узбечка, в золотых кольцах, в красивом платье атласном. Двор политый там, ну, вычищенный. Новый год же не политый, но какой-то вычищенный. Прям все. И мы зашли на веранду. Веранда огромная, ну, знаешь, как в Узбекистане. И стоит такой стол, и сидят студенты, в основном парни. Девушки были тоже, но мне они не знакомы. Но Лариску они так или иначе знали. Кто знал, и меня тоже сажают рядом с этим парнем. И мне так понравилось. Такой шикарный стол. А я на нервозе. Я хочу с Максименкой Новый год встретить. Пусть с винегретом, но с Максименкой. Понимаешь? А тут всего явства полно. И начали пить, есть. А я говорю, отвези меня домой. Нужусь, да? А они говорят, сейчас еще один тост, еще. И я тебя отвезу, этот парень говорит. И тут звонок на домашний телефон. Дрын! Они берут телефон и говорят, тех ребят, которых они ждали сюда, те, пока ехали, попадают в аварию. И их забрали в больницу. И они же все как, ну, молодые студенты. Другие скажут, ну, ладно, мы утром проведаем, а эти нет. Ой, надо ехать проведать, как они там, живы, не живы, короче. Раньше 600-м их не было, телефон. И они, короче говоря,
берут эту машину, и там несколько человек уезжает. И остаемся за столом несколько только человек. Хозяйка, вот этот парень, Лариска, еще какие-то. Ну, а половина компании в машину напихались и уехали смотреть, что там с этой аварией произошло. И, короче говоря, я такой нервоз испытала. Я говорю, ну, Максименко же, я точно знаю, он человек слова. Если он сказал, я приду, а я была влюблена в него. И он был влюблен. И у нас уже начинались отношения развиваться, понимаешь? У нас еще ни секса, ничего не было. Но я была безумно в него влюблена. И, короче говоря, и получается так, что я говорю, я жду уже время полвторого. Я говорю, все, я больше ждать не буду. А эти как уехали, так и ни машины не будет. И я полвторого говорю, все, пиздец, я пошла. А Лариса говорит, ну я тебя одну не отпущу, тогда пошли на пару. И мы с ней вдвоем, пешком, откуда-то с Некрасовой, с частного сектора, пиздюхали Новоровского. Мы шли с полвторого до полчетвертого, два часа. Пиздец. Мы домой пришли полчетвертого. Мы домой пришли, по-моему, ну уже рассветало, короче. Мы пришли пешком. Я пока шла, я же уехала в таком красивом платье новогоднем. Ни куртки, ни хуёрки. Она же мне сказала, мы только туда съездим. Там полчаса, мои коллеги, мои однокурсники и назад нас привезут. Они пообещали. И вот я пиздюхаю пешком в полулетнем платье. А все равно декабрь месяц, да? Я пока шла, я переохладилась, замерзла, как собака. И вспотела. И, короче, я пока домой пришла, у меня уже температура была. Я так заболела, что у меня уже температура поднялась. Я захожу домой, а что было? В 12:30 ночи в эту домой к нам пришел еще и Максименко. Пришел, а где Люда? А Люда уехала с Лариской, сейчас приедет. И вот он до 3:30 сидел и меня ждал. А я как раз именно до 3:30 нервничала. И когда он меня не дождался, он психанул, он понял, что я шлюха. Он взял Илгу и съебался с ней в ту компанию, где он планировал со мной время провести. Только на этот раз уже не со мной, а с Илгой он пошел в ту компанию. Вот. И там он гудел, кутил до 6 утра, и все равно его, ну, тревожность взяла, что все-таки где же я? И в 6 часов он взял такси и приехал проведать, пришла ли я или нет. А я как раз только пришла, красная температура, меня вот так колбасит из стороны в сторону, я еще ночь не спала. Ой, ага. И я ему, Володя, даже такая любовь, блин. А он на меня таким диким взглядом посмотрел, говорит, шлюха, знаешь, так обижена. И повернулся, я пришел в твои глаза бесстыжие посмотреть. Ну что-то в этом роде. Я говорю, я тебе все объясню. Кошмар. Ситуация. Да. И он говорит, не надо мне ничего объяснять. Все, между нами все кончено. И, короче, хлопнул дверью и ушел в никуда. Вот. И ушел в ту компанию, где Илга. Куда он? У Илга все гудит там. Ну, теперь я легла спать. Спят все. Моя мама спит, Люська спит, все штабелями, блин. Кто там остался. Мама, Люська. Жорка опять пришел уже. Рыбу догрыз там облуденную. Уже пришел, уже врата были открыты, он уже пришел. И, короче говоря, на столе кошмар. Вот видела бы ты на столе. Он обратно принес эту рыбу. Ту, которую сожрали, кости и шкуру свернули в газетку, выкинули ему за забор. Он ее куда-то относил, потом обратно ее принес. И они еще умудрились там из нее что-то там выковырять. Это вообще финиш. Ну, пили, потому что много пили. И, короче, утром уже... Я тогда болела дня 4 или 5. У меня такая температура была, я простыла сильно. И потом пришла Илга где-то часов в 12 к нам пришла. Илга пришла, и такая вся затраханная, и такая вся никакая. И она прям... Какая компания? Она, наверное, всю жизнь потом вспоминала эту компанию. Ну, а потом, спустя какое-то время, тот парень, с которым я Новый год встретила, он ко мне домой пришел. Я ему, оказывается, так понравилась. И он пришел ко мне домой и говорит, я вот с мамой живу, я скоро заканчиваю архитектурный, еще год ему оставалось. Я буду архитектором, у меня все родни архитекторы.
ты мне очень понравился, я хочу с тобой встречаться, и вообще я хочу на тебе жениться, он мне сказал. А зачем мне узбек? И зачем мне нелюбимый? Когда у меня любимый есть, и я его сразу отшила. Я говорю, я не хочу, не буду, не надо уходить. Ну, он ушел обижен, ну и хрен на него. Вот. А Максименко исчез. И вот я с ним 2 года не виделась. Я 2 года его не видела. Ты что? Да. Ты говорила год. Я эту историю слышала. Год не виделись, вы через год встретились. Или год. Ну, я сейчас не понимаю, 40 с лишним лет, да. Ну, ты говорила год. Ну, наверное, год не виделась. Ну, больше года, потому что с декабря по декабрь... Она совсем молоденькая была. Ой, да. С декабря по декабрь год, а встретилась я в мае. Полтора года. И потом вот встретились уже. Расскажи, как встретились. А встретились вообще офигенно. Ага. Приходит ко мне Илга и говорит, слушай, там в этом, в микрорайоне, короче, ДСК, строительная организация, открывается. И там строят дальше микрорайон. И если мы с тобой пойдем туда работать, там нам квартиру дадут в течение года. Офигенные деньги получим. Не, квартиры раздавали. На самом деле, год-два и ты квартиру получаешь. Да. А у Илги были, по-моему, корочки штукатуры, маляра, и мы пришли в отдел кадров и говорим, мы штукатуры, маляры, блядь. А она нас цак-цак и приняла. И тут же говорит, а вы будете, говорит, заявление на квартиру писать? Ух ты! Мы говорим, конечно, будем. Мы заявление на квартиру сразу подали. В день трудоустройства на работу, вот скажи, что Советский Союз хуёвый. Да, что там говорить? В день трудоустройства на работу нас ставят на очередь на квартиру. Обалдеть. Вот, а говорит, вы поработаете у девчонки полгода или меньше, если подмажете там бригадира или хуира, то вы, говорит, еще быстрее квартиру получите. И вот эта наша девушка, бригадирша, она нас повела в свою квартиру. Была большая трехкомнатная, просторная квартира, балконище такой. И она говорит, вот эту квартиру я получила за год. Обалдеть. Да, за год, говорит, а вид какой красивый, девчонки. Из окна вид на Агалыкские горы. То есть Самарканд, он разрастался в сторону Агалыка. Вот в ту сторону, город разрастался. Ну, проект такой. Ну и мы с Илгой, а какие из нас нахуй штукатуры маляры? Я эту палочку, блин, в жизни не держала. Вот этот мазок. Штукатуры, блин, маляры. Я говорю, ну, Илга, надо учиться. Она говорит, ну, давай. А нам дали, значит, квартиру. Причем в квартирах надо штукатурку делать. И вот эти, знаешь, нам дали задание. Трубы, вот есть трубы канализационные. Они пробиты сквозь всей панели. И вот эти дырки надо было заштукатуривать. А у нас ни опыта, ни практики, ни хуяктики, ничего. Мы пытаемся эту штукатурку, она нам на бошке сыпет. Ой, бля! Ой, бля! А потом я говорю, слушай, что-то дело не годится. А ну-ка давай всякие тряпки, хуяпки. Мы посмотрели, кругом тряпки какие-то валяются. Ну, это, руки вытирать, тряпки старые. Мы этими тряпками дыры заткнули, а сверху штукатурочкой. Ну, внешний вид красивый. Вот, блядь, строители. Это кошмар. Ага. Ну и что ты думаешь, Илга приходит и говорит, на обед она ходила, а там вагончики, ну настоящая строительная организация, строят многоквартирные дома. И она что-то пошла в обед куда-то, чего-то, приходит и говорит, слушай, а в соседнем доме сварщики работают, ну там сварка батареи, то все делают. Ты знаешь, говорит, кого я видела, у кого? Она говорит, Вовку твоего. Я говорю, да ты что? Она говорит, да. Я говорю, правда, что ли? Да. Я говорю, а ты что сказала? Я, говорит, сказала, что я... Мы с Людкой штукатуры были. Слушай, ну штукатуры маляра из меня, конечно, не получилось. Я там, может, неделю максимум проработала. Ну, не помню, ну совсем мало. Блин, а квартира? И, короче говоря, приходит... Мы выходим, он не пришел к нам. Нет, не прибежал, все, он вычеркнул меня из своей жизни, типа я шлюха. А мы выходим вот так во двор, именно в тот момент, когда обеденный перерыв. А он на обед ходил, он снимал в этом же микрорайоне, уже в отстроенном доме, двухкомнатную квартиру у одного офицера. Слушай, а сколько ему лет было? 22 или 23? 22, когда поженились. А, совсем молодой. Молоденький тоже, думаю. Ну, тем не менее, молодец. Ну, мне 18, ему 22. Да, да. И, значит, это самое, он выходит,
идет на обед к этому, он на обед ходил. И Илга идет, он говорит, привет, девчонки, Илга, ай-ня-ня-ня-ня. Он говорит, а я вот на обед, ну он все равно дружественный был очень. Ну, он был дружественный, он не был зазнобы такой, нос кверху, он капонейский был. Он говорит, а я на обед иду, я вот здесь недалеко живу, и я на обед хожу домой. Хотите со мной? Конечно, хотим. И мы увязались. Пришли к нему домой, вот как сейчас помню, двухкомнатная квартира. Он говорит, вот здесь живет, говорит, офицер, а в этой комнате я живу. Офицер жена бросила то, что офицер да, алкоголик. Да, может, я вот. Я тебе воды дала. И он говорит, сейчас я это... Возьми у Люси телефон. Возьми вот два телефона, один возьми. И свет выключай там. Вот в проходной комнате свет выключай, ложись уже. И он говорит, сейчас, девчонки, я плов разогрею. О, у тебя плов есть? Да, да. И он полез на балкон, девчонки, офигеть, и вытаскивает оттуда ведро. Плова? Да. И в этом ведре такая масса рисовая. Понятно, почему он вас позвал. У него слишком много этого было, он сам сожрать не мог. И я так смотрю, ведро плова, а он говорит, а что, говорит, я наварю, и мне дней на 10-15 хватает. Офигеть. Ага, это ведрами варил и потом хуярил. Ой, я не могу. Ну, в общем, он нам подогрел этот плов, не пойми, что за плов. Ну, там были кусочки мяса и морковка. Ну, все такое кашеобразное, ну ладно. Мы похавали, и у меня тут повторно вспыхнули чувства. А я ему тоже не была безразлична. Ну, конечно. Не была я безразлична. Потому что он уже за полтора года мне все простил. Конечно. И он мне говорит, я тебя сегодня вечером встречу. Я говорю, ну встреть. И он меня встретил и до дома проводил. Потом на следующий день опять говорит, я тебя вечером встречу. Я говорю, ну давай. Он меня встретил и говорит, а ты не хочешь ко мне прийти? Я говорю, конечно, хочу. И вот мы пришли к нему домой. Это интересно, да? Да, мы пришли к нему домой. А там этот алкоголик, этот офицер, он блин, это вообще, ну, другая история, ну, жить в одной комнате, а это там, ужас. Да, этот офицер, алкоголик, секунд. Фу. Ну, да, и, короче говоря, каким-то образом я у него вроде как осталась ночевать. А моя мама во все колокола. А получилось так, что... Когда второй раз я к нему в гости пошла, я Сашу своего взяла обратно. Стуканула. Да, что-то так получилось, что ни одной как-то было неловко. И я говорю, я с Сашей. Он говорит, ну ладно. Вначале я с Илгой приходила, а потом я решила с Сашей прийти. И вот Саша у него побыл тоже. Мы посидели в гостях, чай попили. Я еще скромно была. А потом, когда мы уже с ним совсем договорились, я решила, что он мне очень нравится, и я у него останусь. А в это время моя мама рвала и металла, куда я делась. С работы не пришла, ночь не пришла. И она стала у Саши выпытывать. Саша, где Люда? А, Саша, где Люда? Куда ты с ней ходил? Чего-то. Он говорит, да она с Вовкой, ты не нервничай, так сказать. А где, что? А он, не скажу, она, я тебе 10 рублей дам, скажи. И он говорит, ладно. И он взял 10 рублей и показал, где. Павлик Морозов, ебать мать. А мы тут кайфуем с Максименко. Да, взрослые такие. Они взрослые такие. Ну, мы это спали вместе. И она в этот момент пришла. И она в этот момент стала в двери долбать. И кричит, Люда, открой. Девчонки, а я же молодая, я маму все равно боялась как-то. И вообще я боялась эту взрослую жизнь, по большому счету. Для меня это новое же что-то, открытие как бы, да? Да. Ну, другая область жизни. Ну, да. Блядь, я так перенервничала. Я, конечно, дверь я открыла, у нее в руках был зонтик, и она пару раз меня этим зонтиком ебанула. Он говорит... Ой, не могу. Да, и говорит, иди домой, проститутка. Проститутка. Иди домой, проститутка. А Максим говорит... Мы никуда она не пойдет. Она, а ты замолчи. Ты что, на ней женишься? Женишься на ней? Он говорит, а что это я должен на ней жениться? Она говорит, вот так и замолчи, и иди отсюда. А я ему говорю, не уходи. Вот, я так, девчонки, пересрала. У меня был шок. Да. И вот этот шок, он через нервы у меня так пришел,
что я вся покрылась такими красными яблоками. Кошмар. Морда в красных яблоках, тело, живот, жопа. Вот вся, блин, вот есть собаки с яблоками. Чудивые. Нет, есть далматинцы, белые черные. Я была далматинцем красно-белым. И мама еще шла, и вот этот зонтик скрученный, и она вот так, вот так делала. А я вот так отскакивала. И я так злилась на Сашу. Я говорю, предатель, я ему говорила. А он маленький, сколько ему лет? Ну, как Сережа сейчас. И он так шел, и он, и вроде как бы ему... А, он еще и тоже, уже дверь показывал. Да, да, он дверь же показал, в каком месте. Я говорю, ты меня за 10 рублей продал. А я говорю, откуда ты узнала? Откуда ты узнала? Я у нее спрашиваю. Она говорит, мне Саша показал. Я говорю, предатель, за что ты так? А она говорит, я ему за это 10 рублей дала. Большие деньги, да? Да, ну, большие. Да. За дешево меня не продал, а за 10 рублей. И она еще злилась, что 10 рублей пришлось ему отдать, понимаешь? Что у нее тут самой-то не всегда эти 10 рублей водились. Да. Ага. И, короче говоря, так она меня этим зонтиком и гнала, блин, до самого Багишамала, вот где вот этот ЦУМ, Там мы сели на трамвай, и домой мы приехали. Ну, я не помню, что уже дома было, я метала дома. О, я дома метала. Я буду с ним, ты меня к нему все равно отпустишь. А к нам Любка пришла, которая в университете работала. Она видела, как я рву и мечу, как я бегаю. Я как бешеная сделалась, понимаешь? Одурела, во мне еще и подростковая вот это играла. Еще мозг не функционировал правильно, логично. Ну да, да, это вообще такое время тяжелое для человека. Да, мозг не функционирует согласно разуму. Сердце само по себе, чувства сами по себе. Анализы ситуации ноль. Я сейчас вспоминаю. Анализы ноль. У меня были огромные возможности найти себе богатого жениха, достойного, из огромной благополучной семьи. Ой, да мы с тобой вообще как бы... А у меня любовь! Зачем мне кто-то, когда он какой красавец? Ну и, короче говоря, я говорю, ты меня к нему отпустишь. И вот в этот день, я помню, я сожгла все свои платья, дурь-дурь. Мама мне шила-шила, а я взяла, посреди комнаты развела костер. О, Господи! Да, я со шкафа вытащила все свои платья. Вот такой костер развела. Мама говорит, ты дурь, что делаешь? Все вот так, она топтала ногами вот так этот костер, как ёбнутый был. И потом это, как ее Люба сидела, говорит, Галя, да пусть делает она, что ты хочет. А ко мне подошла и говорит, Люда, она пыталась во мне какой-то включить мозг. Да. Люда, я, говорит, тебе таких женихов подберу, ну зачем тебе этот Володя нужен, он бедный, у него одна мама, он безграмотный, у него, пусть он найдет себе богатую девушку, и она ему поможет в жизни хорошим большим человеком стать. Ты ему ничего не дашь. А он тебе ничего не даст. Ну, она так разумна. Ну, кто разумно. Разум слушает? Кто разум слушает? Никто. Никто. Ну, по крайней мере, она меня как-то так успокоила. Я перестала бушевать. Я стала ее прислушиваться. Потом она говорит, ну, идем чай попьем. Ну, забудь ты его. Ну, же ты же видела, мама тебя забрала от него. Он же за тобой не пошел. Он же не сказал маме твоей, что ладно, я женюсь на ней. Это то. Я говорю, ну да, ну вот и забыто. Только она меня успокоила, только вот затишье произошло. Блядь, приходит Максименко. Нарядился. Он так любил белое все. Он любил белый этот, на кнопочках эту кофточку. Как топик, блин. Как? Батник. Батники называть. И белые джинсы. Ему джинсы где-то там пошили белые. Из настоящего белого. Так он у нас в Айбе был в белом. Да, да, это его любимое. Так, на индийских фильмах, наверное, смотрел. Насмотрелся. И он пришел, и, как помню сейчас, нарядный, расчесанный, фраер, заходит в комнату. А у нас посреди комнаты круглый стол стоял. Да, 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 где наши пили. Да, да, вот он сказал, украшение комнаты, один круглый стол. И пианино там дали. А, да, у меня еще ничего не было. А, и диван был. Да. И он, значит, берет и вот так на стол. Хопс! На, теща! Получай мои документы для ЗАГСа. А там паспорт лежит и его военный билет. Все. Раз на то пошло, женюсь.
Он с мамой, не со мной. Ага. Диалог держал. Мама говорит, вот это другое дело, вот это другое дело. Конечно, другое. Платье спалило, взбесилось, белины обожралось. Ой, Люд, ты вообще. Ага, она говорит, ну хорошо, хорошо. Давайте, чего? Решайте. А он говорит, все, завтра или послезавтра со своей мамой приду, будем свататься к вам. Я помню, Галя прибежала к нам, вот какой момент это было, не знаю. Ой, у нас что происходит, Людочка замуж выходит. А это... каким боями я замуж выходила. Ага. Ну и, короче, я охренела, говорю, где это она нашла? Кого это она нашла? Ой, Людочка замуж выходит. Ну все, замуж, замуж. Ну и что, и что? Ну и, да, и он там назначил какой-то день, там, может, неделю позже или что. Угу. Мы придем свататься, хорошо. Ну, мы сидим в ожидании, сваты должны прийти. Приходит его мамаша со своей знакомой, какая-то там Антонина Хуина. Вот, две бабки, короче. Ну, какие бабки? Им по 55 лет было. Ну, оказалось, там такие старые. Оказалось, старые-престарые кошелки. Да-да-да. Ну, и пришли, и сели, и стали это, вот, давайте решать, как свадьбу, то все. 50-е. Ну, она говорит, давайте с вас тост, на 100, будем где праздновать. И вот решили, они обговорили, что будут праздновать свадьбу дома. У них дома, где вот дома. Где мы и праздновали. Да, да. Ну и, а теперь, пока дело до свадьбы дойдет, ну, мы уже вместе, типа, что уже рушить, пусть уже так и будут вместе. И они нас пригласили с Максименко. Ну, говорит, поехали к моей сестре еще знакомиться. У нее еще какая-то там сводная сестра, где горбольница. Угу. Ну, хорошо. И вот мы приехали к ним, у них свой большой дом. Куча-куча народу, все родственники, тесть, теща, я их знать не знала. Ну, их там в таком количестве огромном. Все родственники, куча детей, куча племянников, все тусуются. Двор, короче, и они, мы вам баню натопили. Я помню, мы с Максименко первый раз были голые, вдруг в баню пошли. Мы там напарились, намылись. Из этой бани выходим, и они нам так торжественно объявляют. Мы вам постель постелили. Еще до свадьбы, блин, дело не дошло. Мы вам постель постелили. Они нам постелили постель, и я забеременела Мариной. Постелили постель, все. В этот день залет моментально произошел. После бани, да? Вот. И уже когда свадьба была, я уже была беременна. Ну, это да. Ага. А свадьба через сколько была? 12 февраля была свадьба. 12 февраля была свадьба. Вот. Ну, на свадьбе пили, гуляли. Весело потом было. Потом куда-то исчез Максименко на свадьбе. Вспомни. Ты пришла вся зареванная, говоришь, Вовка куда-то ушел. Мы поругались, что-то поспорили, и он ушел. Так его разыскивали пацаны, часа три бегали по всему этому околотку. Да? А да. Где нашли? Я не помню. Я не помню, где нашли, потому что пока они бегали, вот я тебе фотографии показала с твоей свадьбы. А что, еще есть фотографии со свадьбы? Одна, и там две, нет ни меня, никого. Две, там Люды не нету, там просто я сижу. Где она сидит за столом. Да, там мальчишки сели, вот этот Сергей сидел, какой-то там нерусский татарин, Галька моя подружка, мы с Галькой пришли, ты ее тоже знала, угу. Нас вместе пригласила. И это, мы уже сидели пьяные, а что, мы все тоже молодые, что нам там выпить? Да сейчас все молодые. Сейчас мы можем набухаться, а тогда 100 грамм сидели, как эти, а у Гальки-то рожь такая, помнишь? Ты сфоткала эту фотографию? Нет, ну там это смысл какой-то, старая фотография. Там Галька сидит, у нее такая жора кошеная. Она пьяная, что ли? Пьяная была, мы все пьяные были. Сергей там сидел, он такой красавчик был, такой хиппи, у него длинный волос, такой здоровый. Рокер такой на мотоцикле, он все за мной сразу же стал ухаживать. Вот, и вот этот Сережка тоже побежал, я помню, ты зашла такая, мы сидели еще, ну, не очень пьяные, еле сидели, что-то там, кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то жрал и пил, и какой-то пацан пришел, а, ты заходишь и плачешь, а Вовку не видели, а мы такие, нет, а что случилось, а мы поругались, и он ушел куда-то. И вот все пацаны, которые сидели возле нас, вот на этой фотографии, они нас бросили, все куда-то побежали.
Часа три их никого не было. Мы уже поели, мы что-то уже домой стали. Я помню, на этой свадьбе кто-то с кем-то, блядь, дрался. Дрались, да. Это была не свадьба. Ну, какая русская свадьба без драки? Да, да. Ну, там... Кто что-то там не перепили? Там, по-моему, этот Андрей, который... Леонора, помнишь, еще у мамы была знакома Леонора? Ее сын Андрей, симпатичный. Ну, это парень. Я уже плохо Он помню. Тоже перепил, он дрался... Короче, все друг с другом передрались еще до кучи. Просто я помню, вот этот есть какой-то такой бардак. Знаешь чего? Я не помню взрослых. Я помню только, что мы молодежь, все мы перепили. А потому что так порешали. Они порешали немножко по-глупому. Они сказали, давай мы первую свадьбу сыграем молодежную, а вторую свадьбу сыграем родственную. Не надо было этого делать. Это хуйня. И да, получим, доверили козлу капусту. Молодежь, мы все напились, все передрались. Да, одна молодежь, мы все перепились. И получилась хуйня. Получилось, что сказали, свадьба когда? 12 февраля. И мы объявили нашим родственникам, у меня родственников немного, бабушка, дедушка, дядь Боря, тетя Ксения. И кто? Ну и все. Ну и все. То есть с нашей стороны не так-то много народу было. И вы, да? Да. Вот. И главное, они же пришли утром. Они пришли утром на эту свадьбу. Бабка моя привезла мне, я помню, она говорит, а теперь получай подарки от бабушки. Как давай вытаскивать коробки. Бабка мне надарила столько сервизов, посуды, тарелки, чашки. Как вот так выставили, вот такой арсенал тарелок, чашек. Но она по старинке. Ну и все равно эти тарелки нужны вещи. Вот подарил много посуды подарил. Пусть это не немецкие сервизы, но была обыкновенная, нормальная, хорошая посуда. И потом тетя Ксения тоже что-то подарила, вытаскивала какие-то комплекты постельного белья, деньги. И они-то рассчитывали, раз мы приехали и все вам подарили, посадите нас за стол, накормите, напоите на свадьбе. А эта дура, блядь, свекровь взяла свои управленческие эти... несусветные руки руководства свадьбы. Она говорит, ну, сегодня у нас молодежная свадьба, а ваше старческое собрание будет завтра. Вот так она сказала. И, естественно, они приехали сегодня, какого хуя они еще будут завтра приезжать? Но они приехали, я помню, были. Но первый день была молодежная свадьба. Человек 50 было. Я не помню, много было молодежи. Много молодежи было, до хера, Вовкины знакомые, друзья мои какие-то. И они вот так сделали столы буквы П. Да. И нас посадили, блин, вон туда. И нам, чтобы выйти, поссать или потанцевать, нам надо было весь ряд гостей поднимать. Все должны были выйти. И тогда мы должны были пройти, и вот они должны были сесть, а потом назад возвращаться к столу. Они должны были все встать, выйти. Да, я помню. И вот такую хуйню. Неужели нельзя было отдельно стул поставить, чтобы мы могли вставать и выходить танцевать? И я помню, я всю свадьбу прыгала через стол, как коза. И он тоже. Всю свадьбу мы через стол прыгали. Музыка заиграла, давайте плясать, давай. И через стол. Ты помнишь, через стол я прыгала? Да я помню, там вообще бардак начался. Там бардак, пиздец, какой был. Там была свадьба, пила и гуляла, это еще, блин, слабо то сказать. Там такой бардак там... был, все напились. Парни, а что, молодежь? Парни стали на девок прыгать. Всех зажимать стали, всех куда-то потащили по каким-то углам девок-то. Короче, там разврат такой начался. Да, а вот этот Сергей, он был очень красивый. Вот как раз, он, почему я эту фотографию не выбрасываю? Там мы с Галькой-то с перекошенными рожами пьяные сидим. А Сергей за нами, он еще так вот бутылку держал, так через бутылку смотрел. А вторая фотография, он там нормально сидел. Такой у него такие волосы длинные. Он такой рыжеватый был, очень здоровый, у него прям ну, такой вот красивый. И он на мотоцикле, а это ж круто было. И он как начал ко мне там приставать. Я тебе знаешь, что скажу? А я еще, подожди, я еще в девушках-то была, а он меня зажал, а у него стоит. Он меня как зажал, я так испугалась. Вот эта его штука-то в меня тычется. Вот тут, ну, я в платье, ну, все, он тычет, я боюсь, у меня истерика. Еще, Сереж, нет, не могу.
А он и так, и сяк, короче, тычет, и тыкался, и тыкался. А я так испугалась, он меня где-то зажал в какой-то дальней комнате. Я оттуда не могу вырваться, а он такой здоровый, прям дышит так. А я, блядь, так испугалась. И я кричу: «Галя! Галя!» Галька, а я не могу от него вырваться, он меня прям в угол. Вот, и Галька, смотри, несется. Как в него вцепилась. Она вот так, а у нее такие ногти были, она всегда делала маникюр. И у нее всегда вот такие были острые ногти. Вот. И она как вцепилась в него вот тут в рубашку, стала эту рубашку с него сдирать. А она вот сюда потянулась, вот так рубашкой, и пуговицы. Все пуговицы. И он стоит такой губ протянул с этой рубашкой. Тут она его, и она такая злая. Уйди, отойди от него. Вот так вот. И он в этой рубашке, он уже не знает, что с нами делать, он вот так пытается заправлять, а я уже ору, не трогай я ничего. Как кто на что гораздо моя. Да, да, да. Потом это еще... было кто это на что. Это было ужасно, ужасно. А это... Нельзя оставлять детей там. Да. Нет. Молодые же дурные. Что, 18 лет? А все перепили. А мне 21 был. Я так думаю, что Максименко на моей свадьбе на 3 часа исчез с бабой с одной. И они где-то трахались. Да, это 100%. Ну, да. Я помню все... Он ушел на блядки. Вот. Наверное. Он ушел на блядки в наглую. В первый же день свадьбы. Потому там что-то было такое, да. Повернулось ему. Было непонятное, потому что мальчишки все собрались, уебали, убежали. Ко мне вот этот Сергей прицепился. Потом, когда... Сергей понял, что у нас, как бы, мы нормальные девчонки, и нас не это самое. Он уже такой податый был, но не очень пьяный, я помню. И к нему подошел какой-то парень такой интересный, высокий. И он ему говорит: «Серега, а ты на мотоцикле?» А Сергей говорит: «Да». А он говорит: «А шлем у тебя есть?» Он говорит: «Ну да». А мотоцикл, он прям приехал на свадьбу на мотоцикле. Вот, да. Он говорит: «Поехали тогда, говорит, на мотоцикле на твоем». Мои, короче, все умотали, мои девки остались. Люда пришла, привела, тоже куда-то умотала. И мы сидим за столом. Никого нет, мужиков нет, невесты нет, ничего нету. Ну, короче, напились, разбрелись. Нам жрать никто ничего не подает. А что, вы и голодные были? Свадьба была голодная? Нет, мы что, да, не съели. Ну, немного, да, было еды? Да я не помню. Да нет, еды вроде хорошо. Ну, я не помню, не буду врать, я не помню. Там просто... не было там лебедей запеченных. Ну, была картошка тушеная, там, помидоры, огурцы. Да было все на столе. Голодными, да, нет. Колбаски. Просто так получилось, что все-то разбежались, а мы сидим, нам же кушать хочется. Ни тамады не было. Ни организации никакой не было. Нас в этот угол туда запечатали, блин. Самое интересное, Люда, я не помню, чтобы я видела взрослых. Взрослых ни одного человека. Вот это я не помню, потому что... Они думали, что раз мы молодые, значит, будет весело нам в свадьбу, мы умные. А там все нахерачились? А я помню, я тоже со свадьбы куда-то ухайдохала. Ты ухайдохала, я тебе говорю. У меня часа 3 тоже не было. Куда-то уебала, потому что... Я помню, то вот ты пришла, сказала, что Вовка ушел, его уже давно нет. Эти все поехали, пацаны, его искать кто куда. Ты тоже куда-то ухайдохла. Мы с девками начали кучковаться. Там кто-то сидел там, кто-то там, потом все сели рядышком. Мы что-то сидели, разговаривали, что-то пили, а еды-то уже не было. И мы так доедали, вот там, например, кто-то убежал, там осталась тарелка, мы ее взяли сюда, притащили. Да, да. Вот, и когда я помню, Серега-то стал меня зажимать, и ни одного взрослого, ни одного просто вообще. Там могли вообще все переубивать. Да, вот, Люд, ты знаешь, что это страшно. Угу. Никакого охранника не позвали, что все случаи для... Что если ситуацию угомонить? Я вообще вот сейчас сижу и думаю, а где же были все взрослые? Я тебе про что говорю? Они что, все, может быть, вот все ушли? Там гуляли сами по себе где-то сидели? Может, в другом доме? Не, они их повели в другой дом. Я и говорю, может, в другом доме. Но там их немного тоже было, потому что выпроводили всех. Я помню, что на следующий день уже мы пошли гулять, тоже молодежью гуляли. И мы пошли на Дорогом. Помнишь, я на Дорогоме в февраль месяце я сняла свое свадебное платье и пошла плавать в Дорогом.
Это где мозг? Это вообще, вот да, этот момент, вот это я немножко не помню, но то, что мы где-то шатались, ходили, это я помню. Мы шараебились, Максименко уже пришел тоже, и он тоже в этот Даргом пошел плавать. Кошмар. Даргом бурная река, там мы могли вот утонуть, вот, мы были полупьяны все. Да. Ледяная вода, ледяная вода. Плавали, нам было весело. Придурки. Придурки. И вот это два или три дня свадьба гудела, и на третий день уже пришли родственники, уже... Им здесь уже стол сделали для родственников. Уже там солидно все сидели. Бабки, тетки, дядьки, хуяськи. Но там моя мама уже третий день пила. И она так упилась. И что потом, когда пошли все родня, родня долго не гудела. Они просто посидели скромно, поели, попили, поздравили. И говорят, ну нам пора. Они как таковой свадьбы и не видели. И в дурдом нет, чтобы все вместе, не поместятся вместе. Ну так найди помещение, где все поместятся. Тогда бы не было такого, блин, этого, как оно называется. Нет, я просто потом долго вспоминала эту свадьбу. Эта свадьба была нечто. Да, и я очень долго, я до сих пор ее вспоминаю. И... Ты такой свадьбы ни у кого больше не видела? Нет, ну, нет, такой вот такой не видела. Да, и я даже маме все время, ну, рассказывала маме, мамы там не было, она чуть приболела в то время. Вот, и ей это тоже интересно. Ну, расскажи, ну, что там было, то там было, ну, какая Люда была, ну, ты... А я вот до сих пор вспоминаю и говорю, нельзя оставлять детей. Mm-hmm. Ни в коем случае. Там должны быть 3-4 мужика взрослых. Которые чтобы, на охране стоят. Которые вот стоят там, подавали еду, говорили, так, Людочка, сюда, сюда. А как пиздили водку с этой моей свадьбы? Спиздили, пиздили. Сколько там, наверное, ящика 2 водки только украли. Украли, потом да. Мне признались, что, как они вывозили ту водку с моей свадьбы. Охраны никакой. Ну это как? Это а вот этот Сережка вот потом, впоследствии, он стал ко мне приезжать домой. Я с ним встречалась, у нас ничего не было ни разу. Ну что, мы молодые были. Но он очень со мной серьезно встречался. Очень. Он хотел с тобой. Да. Это. Он хотел жениться, он приезжал, он встречался. А я уже универ закончила. Мы с ним встречались. Он меня на мотоцикле гонял по всему городу. Он такой красавчик был, здоровый такой. Приедет. Часов 9 вечера. Дэн. Я такая выхожу в брюках. А что с ним сталось? Где он? Я даже помню его дом, где он меня в гости приглашал. У него мама, я сейчас скажу. А Максименко его откуда знал? А я думаю, да, это его друг. Друг был. Да. Да. Раз он на свадьбе был, значит. Шутку. Давай шутку расскажи, и потом это. Давай. С тобой получится рассказ. Давай, рассказывай. Ну, шутку. Пусть он быстро шутку расскажет. Не быстро, а хорошо. Пусть расскажет. Потом, когда шутку расскажешь, потом дальше. Короче, в один день попали в рай водители автобуса и священник. И ангел выбирает, кого в рай, кого в ад. И ангел говорит, священника надо в ад, а водителя автобуса в рай. И когда этот с водителя автобуса попал в рай, священник думает, странно, а почему это алкаша в рай пошел к Богу жаловаться и говорит, эх, Бог, а почему этого пьяного алкаша берут в рай, а меня берут в ад? А Бог говорит, а так ты же, когда проводишь службы, у тебя на этих службах все спят. А когда этот водитель автобуса едет пьяный, когда 2 бутылки водки выпил, то у него в автобусе все молятся. Хорошо, здорово. Все молятся. Поэтому сколько прихожан сразу, полный автобус прихожан сразу. Все, можно выбрать. Супер вообще, супер. Вот такая, Мариночка, у меня была свадьба. Да. Класс.